Так, тут у нас техника работает. Вот 21 ноября, 23 год, наконец-то будет дорога от Заливина до Сергеевки, до Воскресенки. Он щебенку возит, крупную такую, высыпает крупные ямы. Смотрю, сколько навозили. Экскаватор КамАЗ 700 с такой лопатой мощной впереди, отвал, и сзади он какая лопатища. Работает. Там у нас был раньше отряд Заливина, вот она Альменева, а вот там Сергеевка, а Воскресенка сзади, вот там у меня. Наконец-то будет дорога. Андрей Травников обещал, слово держит. Прозимует, водит щебень. Сейчас технологии такие, что могут зимой даже укладывать. Николай Викторович, у меня большая просьба. Сделайте, пожалуйста, через Альменево и через Сергеевку эту дорогу еще. Ну невозможно там ехать. Я вчера ехал, колеи такие по Альменево, по Сергеевке, ужас. О, какая техника. Русский трактор, мощный, снег чистит. Ну, пошел. Бровку срезает. С утра уже все на работе, еще даже обеда нет, время где-то ближе к 12. Вот сколько куч, еще раз покажу, навозили уже.